Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте Новгородовка. Значит, сейчас беру подборщик. И сегодня хочу собрать солому. Ну, по крайней мере, тюки надо сделать. Один кировец уже там, на поле. Так, а у меня как раз, кстати, тут солома-то уже и есть. Так, самые большие выставлены 240, да, а самые большие это 240 и есть. Да. Все нормально. Звук техники чуть убавил. Будет сразу два трактора работать. На первом я буду ехать валку делать. Валок, точнее, делать. А второй будет вот этот с подборщиком идти и будет делать тюки. Посмотрел я поле для того, чтобы поставить там производство. Да, в принципе, нормальное место. Я уже так прикинул. Можно будет там сделать завод по производству сахара. И скоро нужно будет косить траву, делать сено, потому что она, трава-то уже выросла, она уже готова к скашиванию. Уже можно косить. Также за кадром песку загрузил в самосвалы. 5 грузовиков стоит, груженные стоят. Возможно, сегодня сделаю рейс. Продам, свезу. Также по поводу комбайнов, которыми я убирал. В итоге я те два сдал, которые в аренде были. Свой я продал в итоге. На следующий год, получается, просто возьму, ну, более хорошие, более такие новенькие комбайны, там один или два. Вот, и все. Чтобы этими старыми не запариваться, потому что, я говорю, с ними есть проблема. Почему-то они, бывает, иногда не разгоняются, не хотят ехать быстро. То есть там у них максимально до 8 км в час, а они четверку только держат. Вот есть такая проблема. Бывает такое. Так. Вот этот волок я уже сделал, крайний. Давайте с него начнем. Раскроем. Так, все откроем. Так, погнали. Но с этого поля будет солома-то много. Много. Куда девать, пока не знаю. Возможно, она потом пойдет на продажу, эту солому, потому что... Но мне столько соломы не нужно. Вот то, сколько у меня есть там... под навесом. Мне ее хватит, этой соломы, там надолго. Надолго вообще. А вот это пойдет, наверное, на продажу. Этот кировец я полностью заправил, а вот другой кировец, ну, не знаю, хватит топлива, не хватит, посмотрим.
Так, подъехал я. Сейчас давайте поставим ему дистанцию. Ну, 25 метров. Я надеюсь, он поедет. Так. Мужик сидит. Готов к работе, да? Вот такой вот валку буду использовать. В прошлый раз я другую использовал, в этот раз я взял другую. Это и поудобнее. Так, пускаем. Поехали. Да, этой намного удобней. Не надо как той меня выцеливать. Потому что там она с бортиком была сделана, да, там нужно было как-то вот попасть еще по центру. Здесь не надо. Так, что у него там получается? Нормально, вроде едет. Все отлично. И поле, над этим полем придется, вот как только я соберу солому, над этим полем придется поработать, потому что придется края здесь немножечко вот у этого поля с этой стороны обрезать. Потому что, сами видите, тут поле заходит прямо вот сюда. Это немножко неправильно. Собирать не очень удобно. Урожай. Да я думаю, и большая сеялка там будет пропуски делать. Так, ну как там? Нормально. Вдвоем. Отлично. Скорость 15 километров в час. Даже не знаю, сколько тут тюков получится, но тюков 40, я думаю, будет. Может, больше. 50 даже. Вот там я проход сделал первый, там было где-то, ну сколько, 6 или 7 тюков. Thank you.
Так. Выгрузить тюк. Подожди-ка. Поднять, потом сложить тюковщик. А все, да? Я уже как бы этот тюк тот не могу выгрузить, да? Или только при включенном? А, все, значит, все, ладно. Ладно, нет, значит, нет. Так, и поднять. Все. Блин, и топливо-то как раз он так неплохо сжег-то. Неплохо сжег. Так, мужик сидит, сидит. В общем, получилось. Я даже не знаю, сколько здесь получилось. Все собрал. Тюков очень много получилось. Так, а у этого. А у этого, кстати, было меньше топлива, и он сжег меньше. Видать, тот больше требует топлива, сам подборщик. Точнее, тюковщик этот. Все в одном, там и подборщик, и тюковщик. Когда то поле пахать буду, наверное, уже буду использовать три кировца. Тремя будет удобнее. Придется брать в аренду нам еще трактор один. Наверное, сейчас, не знаю, на заправочку нам заеду сразу. Хотя не, наверное, лучше сначала эту всю приблуду отцепить, а потом на заправочку. Так, давайте заправим технику. Едет он там? А чё он там? Блин, не поехал-то. Ладно. Я сначала этого. Сколько здесь, кстати, топлива? А тут топливо-то осталось. Чуть-чуть. Ладно, этот я заправлю полностью. А тот буду заправлять, когда уже сюда топливо привезу. Надо будет заказать, привезут сюда топливо, я уже потом заправлю. Так, отлично. Сейчас мне нужно будет взять. Сейчас у меня тут где-то дырка была в заборе. Сейчас я тут пролезу. О, отлично. Тут везде дырки в заборе. Так. Мне нужен вот этот.
Кстати, надо минерального корма тоже привозить уже. Пшеница-то еще есть, ее хватит надолго еще. А вот минеральный корм вот этот заканчивается. Для рыбхоза нужно будет заказать целую машину, наверное. Так, сейчас я просто хочу под три тюка стопочки сделать, как я обычно делаю. Вот так, по три стопочки. По три тюка. Стопочки это три тюка будет. Так, ну что ж, давайте приступим. Thank you.
Так, ну что, ребят, вот так получается. Собрал я уже больше половины поля тюков. Осталось, в принципе, не так уж и много. Это я уже за кадром сделаю. На этом все, ребята. Вот такая была серия. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.